Надо бы. Посмотрел достаточно много спектаклей от разных коллективов, абсолютно разных жанров. Для кругозора, наверное, но это уже как сочинение говорю. Я считаю, что мы оставили след в истории фестиваля и остались в умах людей, которые смотрели наши. Да, уже я верю, но мне кажется, фестиваль тоже оставил у нас след. Он подарил нам опыт общения, например, с другими театрами и просто посмотреть на работы других театров.